квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Покровительство того или иного человека дает и обратную сторону медали, где переданный опыт может пойти против владельца этого имени. Буква «Х» в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Обожает путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. На них возложена особая ответственность вести себя так, чтобы не нарушить ни одного закона морали. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Символом для этих людей выступает число 7 и управляет ими планета Нептун. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква «Ш» в имени наделяет людей скромностью, граничащей с ранимостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.